Итак, Аня Мазел, начинаем урок. Так, о, один почему-то вышел, ну да ладно. Короче, Диана, Свекра, Кира. Сегодня мы будем изучать еще один столбик. Как раз тест. Какой будет столбик, следующий столбик после второго столбика? Ну давай, минуса. Давай, думаем. Так, Диана. Давай, Диана. А после второго столбика так будет... Не смотри, ну блин. Столбик... Са... Са... Си... 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 Ага, хорошо, хорошо. Давайте стараться, чтобы не смотреть. Майнкрафт топ. Флорион, ты чё опять? Подрал уже. Не опаздывай, придурок. Так, ну, вот. 2 минуты. Ладно. Немного. Я как... Возьму, это получается, как русский учитель. Следующий столбик. Сайсный стол. Первая буква. Не-не-не. Первая буква будет обозначаться красным кружком. Новенькие, все слушать. Вам задание. Ну или кто был на прошлом уроке. Искать. В гугле таблицу хироганы и ее изучать. Поняли? Или слушать урок. Приступаем. Ну, старенький. Вот. Вот эта буква са. Катакани. Все. А, по 3 раза забыл, да. Не забывайте, молодые люди. Так, хорошо, Кира. Всё. Хорошо, Свекра. Все написал. Крипер, недоделанный кавер, если можешь, включи, а? А то не видно, что ты написал, а что ты нет. Я знаю. А таблицу хирогана выписывать просто сейчас, да? Можете выписывать, можете просто учить. Извините, стул разваливается. Блин, плохо видно, у меня тут тень. Да? Где-то там должно быть. Нормально, нормально, видно, вот, видно. Вот, ну, вот, как-то видно, но я слепой. Нормально видно. Ну, что тут такое? Ладно, буду задавать побольше. Следующая буква. Это у нас буква Си. Похоже на какую-то картинку из комикса или аниме. Та-да. Еще, по-моему, такая же Цу именно похожа. Цу, только она в другую сторону поворачивает. А можно еще раз показать? Я просто не увидела. Так у меня или нет? Ты ее хаю. Так, ладно, я повторил все. Я это учил как так смайлик. Так, Свекрафт. Цу? Цу? Нет, Свекрафт. Свекрафт, да, у тебя вот этот нижний хвостик под 2 точки, он смотрит вот так наверх, или он вниз смотрит? Как он смотрит? Я нормально. Давай. Вот где-то тут должно быть. Идет по диагонали. А не-не-не, он, ты он вот... должен быть... Не, ты вот так делал, нет? Нет, ты вот так делал или вот так? Что-то вот так вот делала? Так. А, что-то нет, Света, это будет тогда другая буква. Надо вот так, чтобы было. Прям вверх, чтобы это хочется. Чем тогда будет видно? Кира, у тебя такая же проблема. А как еще? Да, вот так, Света. Ребята, вы что-то по очереди говорите. Есть, показываем. Звук не включаем. Майнкрафт. Крипер не делай, нормально. Какая у меня проблема? Это не проблема, это просто я спрашиваю, потому что я слепой немного в компьютере. У тебя хвостик вот так ты его, вот так, или он вот так? Вот так, или вот так? У меня вот так. Да не видно, пальцем покажи. Вот, я не понимаю. Да не в тетрадке. Вот как у меня. Нет, ты как его...
Опусти пиралку, опусти к чертям ее. Смотри, вот так ты сделала? Или вниз его? Он у меня вот так. Вот так. Не, а ты вот так сделала? Или вот так? Надо вот так, чтобы он так. Ты его рисовала сверху вниз или снизу вверх, да? Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. О, Кира, ты снизу вверх? Тогда окей, тогда окей. Просто если вы будете его сверху вниз, то это вообще будет другая буква. Такова проблема. Какова проблема. Следующая буква. Буква. Буква С. Я нормально, давай. Том, а как его по-русски записывается этой буквы? С-О. С. А да, у меня да, уже есть СО. Вот. Вот. Эй, это Щи. Ты что-то перепутал, это Щи. А. Запомни, Кира, катаканы — это те же буквы, хироганы, только это записаны не так. Чтобы как раз нормально. Отлично. Крипер тоже нормально. Не, я тебя скоро буду бомжары называть, серьезно. Как друга своего называю. Где называть? Крипер не доделал. Так, следующая буква. Буква С. Как? С. 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 Э. С. Э. С. Ну, типа, похоже на латинский. А, Диана, хорошо. Так, хорошо, Зверкрафт. Да блин, чего так быстро там? Кира, Кира, на меня. Короче, надо, чтобы вот эту прямую линию горизонтальную, чтобы на нее на конце был хвостик. Куда хвостик? Вверх или вниз? Вниз. Ну, вот так. Вот типа вот так. Вот так. Уи-пам. Анёхаться его. Да-да-да, вот так я нормально. Не-не-не. Диан, покажи еще раз вот эту таблицу. Кира, вот смотри, у Дианы, короче, есть такая схема. Там на конце у С есть такой маленький хвостик. Вот его надо использовать заодно. Спасибо, Диана. Благодарю. Давайте продолжать. Следующая буква СО. Как вы помните, из хироганы. Вот так. Кто получил? О, молодец. Вот буква СО. Не перепутать. Вы уже проходили ее. Только она пока-пока не. Забудьте. А что, Диана? Я прям вижу, что ты прям все прям записала. Молодцы. Кира, так, подожди. Совеград, хорошо. Хорошо, молодец. Не вижу. Не вижу. Не вижу, стоп. Нормально. Давайте дальше. Это был третий столбик. Как вы знаете, хирогане. Только это в катакане. Потом у нас идет буква Та. Все ее помнят, как я помню. Буква Та.
Хорошо, Диана. Хорошо, Кира. Яркая роза мне. Хорошо, Зубекрафт. После буквы Та идет буква все на экран, все смотрим на экран. Идет буква Ти. Пишем. Как всегда. Ти. О, жареные бананы в шоколаде. Хорошо, Диана. Кира тоже. София Крафт тоже. Много лайон не показал. Крыса и такова. Следующая буква, не перепутайте ее с буквой Щи. Следующая буква С. Ее надо писать сверху вниз. Вот. Да, хорошо, Диана. Чи. Кира. Кира. Не спрашивай у меня каждый раз. Каждый раз хорошо. Хорошо, Кира. Кира, Кира, это одно и то же. Это буквы хироганы. Помнишь их? Это буквы хироганы, только другой формы. А можно я вот это подчеркну овалом, что это повторная буква, но она сложная? Ну, конечно же, можно. Это ваше дело. Тебе град тоже хорошо. Ваше я дело, серьезно. Ваши тетрадки, ваше дело. Следующая буква после С идет буква Т. Т. Хорошо, Диана. Можешь сегодня пойти на три столбика. Хорошо, София Крафт. И вообще, новенький мой, тем, кто был на прошлом уроке, я сказал. Искать в Гугле таблицу хироганы и учить ее. Никита, это я вам говорю. Да я ее записываю. Это я Никите говорю. Не волнуйтесь. И слушать урок. У меня, правда, с первой буквы проблемы были с буквы с А. Сейчас я уже напомнил. Ну, я пару попыток сделал, самую нормальную выбрал и начал писать остальное. Я сейчас на ВА. Ну, Нова? О, ты не только пишешь, ты еще запои учи. Да. А на следующий урок, чтоб ты еще и знал, катаканы, да, катаканы? Тати цютето. Не, катаканы не все можешь. Только да, тати цютето, окей? Ну, постараюсь. Ну, до четвертого столбика. И тогда ты уже сможешь с нами просто на волне со мной. Так, вижу, все написали. Следующая буква после Т идет буква То. Пишем. Не вижу. Кира еще наверх, немного наверх. А, вот, вижу, правильно.
Самая простая буква. Самая простая буковка. Правильно, Диана? Правильно, Софья Крафт? Только можно даже, только можно, чтобы немного вот этот маленький хвостик, немного можно даже его выгладил. А все нормально. Так, все написали. Ну ты, блин. Блин, у нас еще осталось 3 минуты. Что делать? Как-то 3 минуты. Не-не, 3 минуты до перемены, я имею в виду. Ну, может. Ну, 3 минуты вроде. 3 столбика, это слишком. А может я быть, знаю, если у нас так... осталось 3 минуты до перемены, то, может быть, мы, например, напишем какие-нибудь слова? Давайте. Сейчас, я быстренько запишу, да. Нет, гулевич, можешь не переживать, это только для старших. Ты можешь не писать. Все... Да нет, я все равно хочу, я сам хочу написать. Давай. Мне с вами надо писать или мне не надо этого делать? Мне кажется, можно или, например, поиграть в ту игру, которая «Угадай слово». Угадайте слово. Уча. Уже 2 минуты. Да. Девочка. Нет. Дальше. Это напиток. Чай? Да, это верно. Это чай. Мой любимый чай. Индийский чай. Блин, я надеялся, что таракон. Я надеялся, что это будет таракон. Извините, но я не пью таракон. В Японии нет такого. Я пью чай литрами, когда он есть. Я люблю кофе. О, а я мне не дают кофе. Я еще я в четвертоклассе. О. А Софья Крафта, вы что любите? Третьеклашкам кофе не дают. Мне не дают. А я в четвертом мне тоже не дают. Зато я чаю. Уважаю. Я во втором. О, прикольно. А я просто чаем заливаюсь, когда он есть просто. Мне типа особо тоже не разрешают пить кофе, но так моим родителям. Ну вот пью и пью. То есть... Они особо не хотят, чтобы я пил кофе, но не против, чтобы я пил кофе. Ну, я, короче, смотрите, мамы нет на кухне. Вот, но там стоит чашка кофе, которую она даже не пила. Ну, не допила, ну, не пила или. Я беру ее и беру свою кофе. Да, бери, Лена. Когда я сделаю паузу? Идеальная идея, сделать шахматы на карте. Так, сидеть. Я понял. Все сидеть. Молчать! У меня сейчас проблемы с буквой НУ. Начинаем урок! Будем пытаться. Из-за того, что мы уже прошли 2 столбика, у меня для вас вопрос. Или мы будем изучать слова, или мы будем изучать еще 3 столбик. Кто за столбик? Я предлагаю столбик. Кто хочет слово, поднимите руки. Кто хочет столбик? Поднимайте руки. Столбик! Как по мне столбик лучше, потому что он закрепит знания. Ага. Ладно, мне придется с вами писать. Это лень. Ну да ладно, после истории пчелы мне так ужасно давать. Первая буква в 3-м столбике. Я, кстати, ошибся. Буква НУ и не такая уж и сложная. Извиняюсь, просто у меня тут схемка. В iPad. Интерес. Буква ФУ чем-то похожа на дракона. О-о-о-о-о. О, блин, я думаю, так много уже сохранила. Вот. И следующее идет на НИ-НУ-НЕ-НО. Первая буква «На» в катакане 5-го столбика. Это я просто смотрю. Вот. Буква «На». Будем считать, что эта буква все прибавляет новый столбик, потому что она похожа на плюс. Прикол. Хорошо, Диана.
Не читает, не говори. Хорошо, Свекра. Так, как там не пишется? Не использую уже давно. На ни. Хорошо, Кира. Следующая буква. Буква ни. Вот это. Две палочки. Похоже на равно теперь. Они думают, что это равно. Это совсем разное. Ну, просто похоже, я же говорю. Похоже. Ага. Похоже, похоже. Очень. Катакану пройдем, пойдем к Анжелам. Поздравляю вас всех. Для учебы. Ага. Буква Н. На ни. Еще следующая буква, буква Ну. Кто там сказал? А у Киры? Можешь посмотреть? Нормально, Кир, нормально, нормально. А! Извините, это у меня бомбит. Так это я бомбю. Вот, буква Н. Так бомбит. Что написано? Ухаю кончил кокомбо, не заявить кока. Ине, Диана, хорошо. Буква Ю похожа на Р. Ага, Кира тоже. А Софья Крафт тоже нормально. Это у меня припадки. Следующая буква идет топли. Что за видение-то? Ладину? Не. Если буква... Буква Ру, да. Это... буква... Не. Только она не такая вот, вот такая она. Не. Буква О. Я закончил третий, почти закончил. Погодите, а у меня получилось, что у меня тут три, на, два, две на. А, хорошо, Диана. Какая на? Не. Да нет, у меня первые две на. Какая на? На и ни. На ни. Мама! Я еще один, слышу, что она говорит. На эту игру. Так, и последняя буква. Хорошо, Кира. Буква. В этом слове буква Но. Ой, погодите, а у меня показывает, что у меня тут как будто бы мы еще две буквы. Все поняла, извини. Но. И один столбик мы еще прошли. И не забывайте, старики вы мои, все буквы, которые мы сегодня прошли, вам придется записывать дома. Перелагов. Софья Крафт, хорошо. Диан тоже. Хотя не вижу. В моей новой записной книжечке все уместится. Что же мне еще такого сделать? Можно четвертый столбик. Не надо. Я умру. Это, я понимаю, что вы не умрете. Я умру. Я за. Почему? Веди колено, Софья Крафт. Вести, но вести, да. Да, понимаю. Я думаю, лучше это не загружать во всех. У меня другая идея. У меня другая идея. Что такое? Что такое? Что такое? Крипер по четыре столбика каждый урок и по пять иероглифов. О, изыди, сатаниста! И пуханы урвала я, когда тебе убили. Марусь, а у вас в Японии, ну, в Японии есть такой напиток? Какой? Есть такой, то есть такая еда? Ну вот да, какой? Есть, а чего? Но у мацури есть. Кто помнит, что такое мацури? Вот, нет. Там, а мацури такое? Это праздник. Ну да, вот, вот такое продается там на праздниках. Ну, типа, нет, это запеченные яблоки на палочке. Ну да. Продают такое.
Мне кажется, они почти везде есть, Кир. Да. Они на Хэллоуин, по-моему. Нет, да у нас там не летом, и когда там у Мацури, тогда они продаются. Не только на Хэллоуин. Вот у меня тут написано, ну, да. Типа, я собирала информацию на Хэллоуин. Ага. Вот, на прошлый Хэллоуин. Вот, и здесь я искала еду, которую там подают, и нашла вот эту картинку с яблоками на Хэллоуин. Вот. Я ее сохранила себе как фон. О! На самом деле, у меня тут куча всего. Есть перо. У меня предложение. Коля, мы разговариваем. Может, мы отключим запись, чтобы тем, кто посмотрел, не слушать нашу болтовню? Ну, у нас и так нет идей. Давайте лучше спрошу, что вы хотите изучать? Ну, там слова там и стопик, да, стопик просто отключается. Стопик просто отключается к чертям. А у меня есть ушки. Ну, а может, мы выучим, как написание членов семьи? Член семьи. Слово ученика закон. Давайте. Так, да, кто там члены семьи? Каких членов семьи надо писать? Мама. Я не знаю, можно сказать, то есть бабушка, дедушка, мама, папа, брат, сестра. Тут такое дело, в японском есть много написаний, как звать маму. Вам надо прям, чтобы прям звучало как мама. Да. Домашнее какое-нибудь. Домашнее, а не официальное. Домашнее. Окасан, отосан. Хочу знать японский, вот все. Окасан, отосан, мама, папа. Знаете, раз легкого? Мама. Я сейчас запишу. Мама переводится как мама. Мама. Куда мама? Мама. Повезло, повезло. Да, я запишу. А, мое плечо. Так. Эрин, можно еще раз? Я не успела записать. Пожалуйста. А я уже все записала. У меня правильно? Нормально. Нормально. Потом идет... Я не успела, у меня ручка плохо пишет. Да нормально. Прям последний разок. Хорошо. Это папа? Сам... Вот это вот папа. Папа. А, ну, это на хирогане, да? Это на катакане. На катакане. А может на хирогане? Мы же пока катакане. Здесь нельзя. Вот, если хирогана писать, это вообще будет странно очень. Это неправильно. Потому что это неправильно. Это заимствовано. А да, папа пишется только на хирогане, что ли? Да, это только на катакане пишется. Да, а мама только по хирогане, хорошо себе. Не знаю, что а можно поближе, пожалуйста, я не рассмотрела. Да, Тихо, вот папа, вот мама, вот папа. Это получилось не баба. Где она почти? Да, получилось. Тихо, заткнись. Где она баба? Так, хрипер недоделанный, звук выучил? Волосы хреновые. Вот, мама, вот папа. Кира, для тебя показываю. Да, хорошо. Диан, только у тебя на словом папа должны не точки стоять, а кружочки. У меня осталось кружочки. Да. Диан. Тебе надо над словом, над буквой ПА поставить не два кружочка, а один кружочек. Один. Логично. Потом еще. Давайте тогда это домашнее было. Что в домашнем есть укасан и утосан. Я думаю, это там канджи используется. Давайте тогда потом это узнаем. Давайте тогда. У кого есть братья или сестры?
Поднимите руку. У меня есть брат. У меня сестра. Так. Давайте тогда сестры. У меня сестра. У кого младшая сестра есть? Вдруг подняли? Так, Диана. Диана, давай тогда запишем. Можно я тоже запишу? Можно, конечно же. Это все могут записывать. Да пофиг. Это кто хочет, тот записывает. Я все запишу, потому что вдруг я буду составлять рассказ с членами семьи, когда узнаю все буквы. О, и мо, и то. Это пишется хироганой. Я сейчас пишу хироганой, но на самом деле это пишется канджами. Но когда мы будем изучать канджи, тогда я ему покажу, когда будем канджи писать. Писать. Вот. И мою то. Это младшая сестра, да? Это младшая сестра. У кого есть... так, все записать, потом я уже буду спрашивать. У меня готово. Вот, сейчас. Смотрите, запомните, люди. Если, когда мы учим какие-то слова... Можете не показывать мне тетрадку, это ваше дело. Опустите тетрадки. Можете не показывать тетрадки. Кроме букв, можете не показывать тетрадки. Поняли? Нет. Так, У кого есть младший брат? Руку подняли. Меняю. Так, понятно. Один. Ну, давайте записывать. О, то и то. Уже пишется через У, а не через И, да? Ну, конечно же. О, то и то. Погоди, пожалуйста, можно еще раз показать? Я не увидела. Кого есть старший брат? Руки поднял. Диана, Ларион, Савеграф. У кого есть старшая сестра? Руку поднял. Раз, два. Пойдите со старшего брата. Ани, да. Есть там Уни-чан, а есть Ани. Ани. Вот это Ани. Если не по-мангански говорить, Ани. Если по-мангански, Ани-чан. Ай, не сообщение, хочу войску. Я граф чувствовой. Чувствовой за виограф. Флешбэк. От слова Ани-чан у меня дикие флешбэки. Не только у тебя. Извините. Не гуглите это, но вы смотрели букву на пику. Вот, Свеграф, всех говорю. Хотя, если в манге там это очень как флешбеки вызывает, то в Японии это обычное слово. Это означает как большой брат, ну или старший брат. Поэтому даже не спрашивайте, не дам. Так мы вдвоем жжем. Ну, короче, Мари, ты же знаешь, что такое буква на пику? А? Ты знаешь, что такое буква на пику? Ну, слышала, конечно. Прикинь, я посмотрела это где-то в 8 лет. Ото-ото, младший брат. А, стоп, это мы уже записали, так. Надо старшая сестра. Да, точно, старшая сестра. Есть как... Йо, да, зио. А, есть как онэ-чан, есть как анэ. Ну, как говорить по-культурски, анэ. Я надел хирогану. Молодец, герой. Вообще... Вообще, герой. Можешь отдохнуть. У меня рука... Все, нет руки у меня. Ну, давай отдохни. Можно еще раз показать? Можно еще раз?
Можно там отдохнуть, это Гулевич, можно отдохнуть, не писать. Да, я пока послушаю, потом еще пишу. Мария, давай. Я сейчас вообще даже хожу, что писать. Что такое тебе игра? В чем разница у Ничан и у Нисан? И да никакая разница нет. Нет, никакой разницы нет. Нет? Они-чан и они-чан, это можно, в принципе, дома их так называть. А они и они или они, ну, их можно использовать как в культурном смысле. Это как культурно говорить, как до свидания или здравствуйте. Это как культурно говорить их. Это культурность. Я знала, что у кого-то будут флешбеки по слову «унить», а поэтому я не стала его прямо говорить. Ну, а дома, вот дома, флешбеки, можно, кажется, например, сказать, а дома, например, можно сказать «они» или «они»? Ну, можно, если вы хотите. Ну, в принципе, домашнее это будет как «унить» или «унить». Ну, это как культурно, или можно дома так называть их, как хотите. «Унитин» и «онитин»? Давайте угадывать блюда из ресторана. Из ресторана японских. У меня получается... А у меня есть «онетян». Мне как повару сразу пришла эта идея. От Гулевича представляем вам новое представление. Это и мы заодно изучаем слова, и заодно вы будете голодать. Ура! Будем отгадывать слова из известных, известные блюда Японии. Кто за? Руку подняли? Так, как я предложу? Два, три, четыре. Наоборот, давайте. Кто а если знает, кто против? Можете не писать. Ваше дело. Я буду записывать. Давай. Кто знает, что такое суши? Это рис с рыбой, нори и... Одно имя, одно. Эньки-бэньки ели вареньки, эньки-бэньки бакс. Дело. Извините, Бек. Что это на пародии роллов? Это ролл. С сырой рыбой. Смотрите, есть суши. Если сказать, это пародия, это роллы. Ну, суши – это именно рис, на который положили кусок рыбы, а роллы это как не помню. Какой кусок рыбы? У вас белый валет. Какой кусок рыбы? Обычный. Это кусочек риса с сырой рыбой сверху. А мне лечь. А роллы это колечко, которое завертывается. Это я имел в виду. Морскую капусту, чтобы ты не путала людей. Я путающих людей. Это мама. Хорошо, мама, я думаю, они интересно. Кто-то слышал ее? Я думаю, вы слышали ее. Да, слышали. Это Мазур, который живет 20 лет в Японии. А можно показать, как написать вот это вот? Ага, это вообще легко сейчас. Да. Это можно мне опять. Суши. Ничего не видно нового. Хочу кушать, хочу рамена. Можно еще раз? Кто-то знает, кто такой рамен? Да, конечно. Это лапша. Лапша, да, конечно. Это лапша, которую я хочу. Я не записала. Я сейчас сдохну. Я рамен так и знаю, как рамен. А лапша это будет больше пасута. Ну, лапша, да. Именно. А можно лапша? Я тоже ей захотел. Ну, блин. Всегда, когда заводят разговор, еде есть хочется. Да. Я не знаю, зачем я проголосовал за. Рамен. Я хочу. Рамен, пишет. Рамен. Хочу есть. И выйди сатаниста. А как это называется? Рамен! По-русски это лапша, да? Да! Можно и раменом называть. По-русски так и будет. Лапша будет, по-русски, лапша будет, по идее, посуда. Значит, это можно прям так и переводить. Торт как рамен. Лапши! В Японии есть много сортов лапши.
есть рамен, есть удон, есть соба. Удон. Мне удон. Нравится. Да. Это мне нравится. Там много овощей и мяса, и все это под терияки. Удон – это толстая версия рамена. На него я больше всего люблю удон с горький удон. Называется каре удон. А я вообще не люблю лапшу, я за вермишель полностью. Ну это типа вермишель, типа лапша. Это вермишель. Слушайте, мне тоже захотелось есть. Поздравляю вас! А я если сейчас пойду на кухню, то меня там ждет мое капумен, и я просто его заварю. Ладно, кухня, кроме еды. Я хочу что-нибудь про игры, я на то и хочу полететь в Японию. Давайте напитки. А давайте самая нелюбимая, самая отвратительная вещь. Не, давайте такие, это, ну, админ, можете выключать запись, просто это у нас будет такой разговор про японскую школу. У кого, смотрите,